Саш, чего ты с нетерпением ожидаешь в будущем? Я многого ожидаю с нетерпением. Но сейчас вот у меня две проблемы. Принять решение по поводу того, какую пьесу я буду ставить. И вдруг, я жду, а вдруг появится возможность снять то кино, которое мне хочется. Это здорово. Сегодня у меня в гостях Александр Ефремов. Саш, я знаю, что ты начал работать в 10 лет. Зарабатывал себе на школьную форму. Расскажи, чем ты занимался. Ну, это были тяжелые времена. Для нашей семьи тяжелые времена. У нас была достаточно большая семья. Папа, мама. Мы с братом и сестренка. И на всех, на все про все там была одна зарплата отца. Он был инженером. Это ты где-то был младше? Я средний. Средний. И мы ходили летом полоть в совхоз под Нижним Новгородом, полоть грядки всевозможные там, до горизонта. И там зарабатывали что-то, получалось, да. Воспитанием родители твоим занимались? Там уроки с тобой делали, что-нибудь такое? Или ты был предоставлен сам себе, а они работали? Я был сознательным, я был круглым отличником, поэтому уроки со мной делать не надо. С детства вот так? С детства, да. Очень был послушным ребенком. У меня тут корзинка такая есть тайная. Здесь предметы, которые так или иначе относятся к моим гостям. Ну вот к тебе относится вот это, видишь? Самолетик какой красивый. Да, теперь очень... ты мне расскажешь, почему. Я хотел быть летчиком. Мечта голубая. Ну что, 10 лет, представляешь, 10 лет. 12 апреля, я помню этот день, в космос полетел Гагарин. Это было такое, какой-то такой праздник необыкновенный. Mm-hmm. Я помню, как я бежал по улице, размахивал шапкой и говорил о том, что... У вас телевизор уже к тому времени был? Нет, не было телевизора. Да. Ну, естественно, я очень хотел быть космонавтом. Mm-hmm. Это была моя мечта. Но она быстро рухнула. Оказалось, что у меня непорядок со зрением. И в летчики меня никогда не возьмут. Ну, хорошо, разбилась твоя мечта стать летчиком, а как мальчик вдруг как-то в кино элитарная профессия? Я посмотрел «Человек-амфибию». И это был тот самый мир, который я всегда искал в книжках. Мир необыкновенный, какой-то сказочный, чудесный. И такой привлекательный, где все можно. Я представлял себя, как я плаваю по океану вот в такой же форме, как у Коренева. В общем, происходят всякие необычные вещи. И я думал о том, как я... Вот мог бы я что-нибудь такое сделать, как этот фильм по Беляеву «Человек-амфибия»? Представлял себя на месте Коренева как актер или уже прям я думал, все, как бы, как я это все, сделать? Я все представлял, что я был всем. И только режиссером тоже, и который режиссер, все это снял, да, сделал. Да, да, только придумал. Единственное, что Вертинской не было, а все остальное я на себя примерял. Да, да. Хорошо, это от того, что книжки любил читать, да? Очень, да. Я прочел в одном интервью, ты рассказывал, что тебя почти ненавидела библиотека. Да нет, это... Ну, конечно, я шучу. Но она не успевала тебе выдать книжку, как ты уже стоял с прочитанной и ждал, когда она тебе подойдет и другую. Это подойдет. Было 3 раза в день, но мне кажется, что я ей нравился. Это была ее... И она так развлекалась. Я приходил утром к открытию, брал первую книжку. К обеду я ее прочитывал. Она меня ругала за то, что я несу в библиотеку снег. А к вечеру, когда она закрывалась уже, вот то я уже приходил до закрытия, чтобы взять на ночь еще книжку. И она опять на меня ругала. Но теперь я понимаю, что это... А так она развлекалась сама. Ей тоже было скучновато. В ВГИК ты поступил ведь не с первого раза. Нет. Я поступил на... Я послал работы на творческий конкурс, на предварительный, после 10 класса. И мне прислали ответ, что, к сожалению, они... Ну, это было, наверное, очень наивно. Не поступив в ВГИК, ты... Поступил на актерский. Mm-hmm. На актерский. И потом год проучился, и все-таки я решил, что мне надо поступать на режиссерский в итоге. Mm-hmm. И я пошел в армию. В армии я написал работы на предварительный творческий конкурс, и когда демобилизовался, то мне уже лежало приглашение на экзамены. Я приехал в ВГИК, и
Ну, довольно легко поступил. У нас конкурс-то был большой среди россиян. У нас было порядка 200 человек на место. И я думаю, пройду до упора. Когда вы... 200 человек на режиссуру. Ну, нас всего брали 5 человек. Я слышал, что Панкратов Черный, он поступал много-много раз, и он там был главным консультантом. Да нет, он не был. Он был не был. Там советы давал. Нет, он не был. Но у него был опыт поступления, потому что он не первый раз действительно поступал. А мы с ним были знакомы еще до... Потому что он учился в том же театральном училище, в котором учился я. В Горьком? Да, в Горьком, да. И когда я ему рассказал, о чем я написал, он меня высмеял просто. Он сказал, что это... Ты же в ВГИК поступаешь. Здесь об этом ни такого здесь не пишут. Ну, я решил, что я провалился. Но нет, Сашка ошибся, и я, так сказать, я получил пятерку. Это было восхитительное время, потому что педагоги, которые... Пройтись по коридорам, когда ты здороваешься с Сергеем Аполлинаровичем Герасимовым, с Тамарой Федоровной Макаровой. А девочки какие-то? У меня девочка какая-то. Удовиченко. Лариска Удовиченко, Наташа Андреевиченко. Да. Это был... А есть еще одна вот у меня в корзиночке. Сейчас я покажу. Пожалуйста. Вот. Да, это Галя Логинова. Да. Была моя любовь. Чего скрывать? Мне можно гордиться этим. Она была необыкновенно хороша. Это на минуточку мама. Мама Милы Йовович. Милы Йовович. Да. Голливудской звезды. Да. Так вот ее жизнь сложилась, да? Да, я помню этот период времени. Я снял первую картину «Большая любовь Чередниченко НП» с Сашей Калягиным в главной роли. И в Киеве был фестиваль. И я на этом фестивале получил приз за лучшую режиссуру. А Саша получил первый приз, это тогда приз за лучшее исполнение мужской роли. А я в Киев довольно часто ездил. Я помню тогда какой-то был праздник, и мы шли втроем по Крещатику. Милка сидела у меня здесь на шее. Да и годика полтора, что ли, было. Два. Да, нет, ну это вполне естественно. Какой это год был, Саша? 77-й, наверное. Это уже Калягин снялся у Михалкова в неоконченной пьесе во всех фильмах первых его. Да. Неоконченной пьесе. А как ты его уговорил? Сценарий был очень симпатичный. Очень для него... Ну, это даже... Его роль здесь была ближе к роли «Свой среди чужих». «Чужой среди своих». Такой немножко... Чуть-чуть подлец. И женился он на этой картине у меня. Женя Глушенко тоже снималась у меня. А вот на Жене он женился во время съемок фильма «Чередниченко и цирк». Расскажи, пожалуйста, как ты с Высоцким познакомился? Скоро будет... Должна быть снята передача о Александре Борисовиче Столпере. Угу. Это твой педагог? Педагог мой, да. Руководитель курса. Да, народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Но он снимал свою последнюю картину. Угу. Она называлась «Четвертый». И у него снимался Владимир Семенович и Катя Васильева. Ну, а ты, студент его, как на площадке оказался? Ну, а мы всегда куда-то. То есть, когда мастер работает, это было принято, это было вполне естественно. И я там появлялся на этой площадке. И однажды я уговорил Владимира Семеновича, я сказал ему о том, что даже с нашим билетом в ГИКовском очень трудно попасть на Таганку. Я попросил, ну, хоть что-нибудь покажите. Угу. Он сказал, ну, приходи. Благодаря ему я смотрел и «Гамлета». Я даже посмотрел «Вишневый сад», который Эфрос поставил после того, как Любимов уехал. Он там играл Лопахина. Саш, твой такой перфекционизм, по-современному говоря, медаль в школе, красный диплом в ГИКе, стипендия Шукшина, она мешала тебе в профессии или помогала? Если говорить о перфекционизме, то я считаю, что это, в принципе, основа профессии режиссерской. И не то, что мешало. Старался воспитывать в себе перфекционизм. Потому что съемочный процесс – это постоянные компромиссы. Ты всегда от чего-то отказываешься. Тебя ставят в такие обстоятельства, когда существует невозможность достичь абсолюта того, что ты задумал. А хочется же. Конечно, естественно. Это и есть перфекционизм. Я хочу все сделать как можно лучше, но я вынужден идти на компромиссы. Я на съемочной площадке, у меня 70 человек группа, у меня артисты, у них сегодня такое настроение, такое. У меня готова декорация или не готова. И потом это не чистое творчество, это производство практически. Вот это есть. Вот оно диктует, это так называемое
производство или творчество, это и есть творчество и производство. Как да. Тут иначе не... Потому что картина, она должна быть придумана до того. А сейчас ты пытаешься реализовать вот то, что у тебя существовало там, или в режиссерском сценарии, должен довести это до того уровня, который тебе представлялся. И это чаще всего невозможно никогда. Если ты не перфекционист, ты легко соглашаешься. Как огромное количество людей, которые говорят, ну, вы тут поснимай, режиссер встает и говорит, ну, в общем, все, вы тут поснимайте, я сейчас вернусь. А ты сидишь всегда, и ты видишь, не так доиграл артист. Какой хороший дубль. А вот он тут сказал не то, что-то забыл текст. И начинаются вечные поиски того, что как это довести все, естественно. Поэтому перфекционизм, он мучителен. Но он обязателен. После ВГИКа ты попадаешь в Минск. Это распределение, твое желание? Или как тогда было, получилось? Ну, тогда для того, чтобы остаться в Москве, нужно было жениться. А жениться не хотелось. Тогда. Понятно. А Виктор Тимофеевич Туров приехал в ВГИК, посмотрел дипломные работы и предложил сразу снимать кино. В 77-м году, мы в 76-м году закончили, а в 77-м году появился «Альманах», «Профиль Анфас». А потом я должен был ехать. Я когда снял эту картину, меня пригласили на Ленфильм. Мне сразу давали картину. Мы уже, да, я ездил обсуждать сценарий, но у Панфилова не сложились взаимоотношения с руководством Ленинграда, и он уехал в Москву, и я вернулся в Минск и стал работать здесь. Мне сразу предложили картину здесь. Что представляла собой студия «Беларусьфильм» в 70-е годы? Это была блестящая студия. Тогда появился Валера Рубинчик, Валера Рыбарев. Тогда работал уже Слава Никифоров. Пташук. Пташук Миша. Игорь Михайлович Добролюбов. А как легко вот было таких заполучить? Ну, звездами они тогда не назывались, но тем не менее. Молодые режиссеры могут только мечтать, наверное, чтобы вот таких людей заполучить, таких актеров. А как тебе удалось? Я приезжал, рассказывал сценарий. Не знаю, но на обаянии, на возможности убедить, как вот Диму Певцова. Он совершенно разлюбил кинематограф, не хотел сниматься. Я поехал к нему со сценарием «Снайпера». Много с ним сидели, придумывали. Заинтересовал человек. Увлек. Увлек. Актер. И он увлекся, в общем. И работал. И этот хороший такой счастливый период съемок продлился до 90-х. Потом ты ушел из кинорежиссуры. И надолго. Да. Не было денег? Никто не предлагал снимать кино? Предлагали. Или тебя что-то не устраивало? Предлагали, но тогда снимали и «Жук, и жаба», так сказать. Снимали всякую непотребность. Получилось так, что было очень много брюзжания по поводу того, что вот не дают снимать, у меня такая тема. Потом появилось, снимай, что хочешь. Все для тебя открыто. И малиновые пиджаки появились. На экране. Да, и люди ушли в сторону. Ну, а я... Просто у меня театр мне тогда очень помог. Он меня практически спас. Я все равно был при профессии. И как раз тебя тогда пригласили возглавить театр киноактера, правильно? В это время. Да. А вообще ты сам мечтал, что я пойду в театр и буду стоять в театре на сцене? Я не видел такой возможности, но я всегда любил театр. Кино, оно сиюминутно, так сказать. Оно, знаешь, есть работа в глине и работа в материале у скульпторов. Угу. Глина-то, она такая вся немножко болтливая. Она вся из кончиков пальцев. Гранит и мрамор, он сопротивляется. Дырок в нем не наделаешь. Так вот, театр – это все-таки мрамор или гранит. Я против того, чтобы артисты врали в театре. А сейчас очень много врут. Скажи мне, театр тебя как-то спас? Тебе не пришлось идти на компромисс? Дело в том, что я тогда в 90-м году я все-таки снял одну картину. Угу. Она называлась «Наш человек Сан-Ремо». Угу. Музыкальный фильм. И он был достаточно успешным. Нравится? Такую взять бы на руки и носить. Потом я снял «Поводыря». Угу. Тоже для меня была абсолютно не халтурная картина. Она для меня очень такая была важная. В ней была любовь. И в ней были молодые артисты. Лера Орланова, Петя Юрченков, Толик Кот, Джемал Тетруашвили. Для них это были первые картины, первое кино, и они все очень удачно дебютировали. Он вас не очень напугал? Это ваша собака? Да. Молодец, мальчик.
Сидеть, мальчик. Молодец. Мальчик. Забавное имя. А мы с тобой, кажется, уже знакомы, а, мальчик? Да нет, навряд ли. А знаете что? Вы ему очень понравились. Это редкий случай. Можно сказать, уникальный. Потом была картина, если мне память не изменяет, «Дунечка». А потом пошли у меня военные картины. Но все-таки что-то такое щекотало мое актерское самолюбие. И когда что-то появлялось, я, так сказать, не особенно сильно сопротивлялся. Даже у себя в «Поводыре» и то снялся. Там был эпизод, когда они в мужском туалете выясняют отношения. И вот человек, который со спины, испуганный криком, убегает от писсуара, это был я. Ну вы, блин, даете! Так присмотришься, вроде нормальный, живой человек. А на самом деле торгаш несчастный. Тоже на деньгах помешался, да? Может быть, что-нибудь когда-нибудь. Ну накопишь ты много денег когда-нибудь. И что ты будешь с ними делать? У меня, значит, есть еще кое-что для тебя. В театр ведь было трудно загнать людей. Поэтому вот эта вот цифра должна тебе о чем-то для говорить. Для меня она знакомая цифра. Да. Это было такое время, что все то, что происходило на улицах, все то, что было видно в телевизоре или напечатано в газетах, было гораздо важнее и значительнее того, что можно было рассказать с театральной сцены. Поэтому народ перестал ходить. У меня была контрольная цифра. Именно 13. Если в зале в нашем, в котором вмещал 250 мест, было 13 зрителей, я говорил, играем. И унылые артисты поднимались на сцену. А если меньше 13, то они говорили, ура, сегодня не играем в спектакль. В 91-м ты возглавил, по-моему, театр. Да. А через 5 лет туда пришла молоденькая актриса Валерия Орланова. Помню. Ты пропал сразу или так присматривался вначале? Как это было дело? Нечаянно. Нечаянно? Ты ж был женат. Угу. Налетела, зазнобила, закружила. Тут случилось так, что надо было решать. Угу. Любовь нечаянно. Ну, понятно. Да. И дочке было тогда твоей сколько? 17. И поэтому я слышал, долгое время у вас какие-то отношения были не очень. Ничего такого не было. Не было? Ну, естественно, ей тяжело было. Но она мне как-то не очень транслировала неприязнь ко мне, что ли. Нет, этого не было. Не было? Не было, нет. Она всегда... Ну, я ее очень любила, она меня... Я люблю ее. У меня чудесный внучек. Чудесная просто. Сколько ей? 5. Она поразительно рисует. У меня в кабинете сейчас 3 картины ее. На одной картине кот, который вышел, первый снег, он вышел на улицу. Ну, то, что там пропорции и так далее и тому подобное. Но у него глаза такие, он сидит под снегом. А они разного объема, эти глаза. Но это так... Это так восхитительно. Это так интересно смотреть на человека, который при этом говорит, это мой любимый кот, я тебе его не отдам. Я говорю, ну дай мне хотя бы на недельку, чтобы он у меня постоял. Но мы с ней сторговались. Она очень много общается с Лерой. У них какие-то секретики там. А как ваш альянс в театре восприняли с Лерой? Я не знаю, но вроде как бы... Она не изображает из себя жену художественного руководителя. Может быть, ее затронуло каким-то образом, если она слышала эти разговоры. Мне же в глаза это никто не говорил. А то, что хотел кто-то пересказать, я это не слушал. Но мне кажется, что она очень достойно себя ведет. Она работает, и я работаю с ней так же, как и с другими. Может быть, даже еще строже, требовательнее. Потому что мне хочется, чтобы она была безупречна. Она очень талантливый человек. Это не поход налево. Это было обеспечено какими-то серьезными взаимоотношениями. Они такими остались, эти отношения. Поэтому ничего здесь интересного, скандального в этом нет. Потому что это жизнь, в которой мы живем, и я испытываю те же самые чувства сейчас, которые испытывал тогда. Скажи мне, ты же тогда оставил квартиру дочке и жене? Я все оставил. И вы в общежитии, по-моему, жили долго достаточно? 10 лет мы жили. 10 лет? Да. А Лера упрекнула хоть раз тебя? Нет. В каких-то бытовых неурядицах в общежитии жить как-то? Нет. Ничего не было вообще? Нет, такого не было. Я говорю это совершенно искренне, я за это ей очень благодарен.
А по поводу занятий ее в своих фильмах, раньше ты чаще занимал, сейчас меньше, чем это обусловлено? Нет, я стараюсь. Вот была картина «Верни меня», где она сыграла блестящую роль. В «Покушении» она снялась, у нее была великолепная роль. В «Немце» она снялась где? Я старался ее занимать как можно чаще, но если этого не получалось, я говорил о том, что нет, здесь тебе роли нет. А когда-то ты сказал, что Лера – это мера твоей надежности. Что ты имел в виду, расскажи мне? Ну, наверное, это был какой-то период такой, что для меня это было чрезвычайно важно, мера надежности. Хотя, впрочем, для любого человека это очень, очень и очень важно. В этом смысле я был всегда уверен, что завтра Лера будет рядом. Даша, дочка, она ведь не выбрала профессию актрисы, хотя снималась, по-моему, раз или два, да? Нет, она больше снималась. Больше даже? Она снималась у меня, медсестер играла в основном. У нее амплуа было, медсестра. С Димой Певцовым в «Покушении» и с Даником Козловским тоже у нее где-то там что-то есть. Она не стала актрисой, но в ней есть задатки эти, и в ней есть, конечно, задатки режиссерские, вот в том смысле, что у нее профессия сейчас такая, что она на менеджер, то ли по связям с общественностью, то ли еще чего-то. В общем, она такой... Она режиссер все-таки. Она снимала много роликов, промо-роликов для своих фирм там, и так далее. Там. Ну, так прям режиссер, да. Режиссер, да. А Любашу не собираешься снимать в кино? Любаву? Я попробовал ее снять. Вот когда последнюю картину, которую я снимал, «Танкист», ей было тогда 3 года. Ну, она забастовала на площадке. Нет, и все тут. Что будет дальше, неизвестно. Но склонность к творчеству у нее есть. Она иногда так напевает, как в этом мультфильме. Видно, творчество мое вызовет сомнения. Когда-то ты сказал, Саш, что только твои фильмы, как режиссеры в Беларуси, могут что-то заработать. А сейчас изменилось что-то или нет? Сашенька, во-первых, я не говорил, что только мои фильмы. Я говорил о том, что мои фильмы, в частности, вот и фильмы на военную тему, скажем, это была копродукция киностудии «Беларусьфильм» и московской фирмы. И, скажем, если мы сняли «Снайпер. Оружие. Возмездие» за 2 миллиона долларов, мы снимали его на пленку, 4 серии, то только первая продажа принесла 1 миллион сразу. Но продаж было несколько. Этой картины, в частности. Бегом, уходим! Точно так же произошло и с «Покушением». Речь всегда шла о том, что наши картины, о невозможности заработать нашими картинами деньги. Но то, что эти картины абсолютно точно, они вернули средства, вложенные в них, и принесли еще что-то. А вообще, какое кино надо снимать в Беларуси, чтобы это было кассовым кино и интересным кино? Я знаю, какое бы кино я снял. Я бы снял кино сестер Хазаричевых. Во-первых, историческое прошлое у нашей страны чрезвычайно интересное. Очень, да. Я помню, когда я первый раз прочитал книжку Гурия Илларионовича Барышева «История белорусского театра». И когда я был в шоке от того, что в 18-19 веке здесь, на этой территории, спектакли игрались на 7 языках. И здесь танцевали у Зорича, у знаменитого, который был в «Аматорах» у Екатерины, танцевали 2 крестьянки в итальянском балете, французско-итальянском балете. Одна потом в Варшаву уехала. Варшаву, другая в Санкт-Петербург. К становлению европейского классического балета имеют отношение самое непосредственно 2 белорусских крестьянки. Ну, разве это не факт для того, чтобы по этому поводу снять кино? Потому что Беларусь – это действительно центр Европы. Это действительно страна высокой культуры европейской. Ее позиционировать нужно именно так. И это задача государства, задача идеологическая. Вот это движение вверх. Очевидное, объективное движение вверх. Как страна изменилась, какой была и какой она стала. Как бы это ни было, но сколько усилий вложено в эту страну, чтобы она стала такой, в которой мы сейчас живем, и которой мы... на которой мы изредка, а может, не изредка, брюзжим так, как будто ноющая боль зубная нас одолевает по поводу собственной страны. А все-таки она стала той, которой стала. А вот история, что продюсеры московские приглашают тебя снимать, и всегда ты говоришь, я хочу в Минске работать. Это было, почему? Это было условие, потому что я хочу работать здесь.
потому что я хочу работать с актерами. Да, я знаю, что мне обязательно порекомендуют, ненавязчиво, но настойчиво, порекомендуют и московских исполнителей. И чаще всего это хорошие актеры. Но таких актеров я мог бы найти здесь, но я соглашаюсь. Потому что остальные роли сыграют те актеры, с которыми я привык работать, белорусские актеры. Я буду работать в этой натуре, в этой привычной мне атмосфере, с людьми, с которыми я постоянно работаю. Некоторое время назад ты перенес на сердце операцию, по-моему, даже не одной. Нет, была операция. Сначала мне проверили, что у меня там происходит в сердце, потом мне поставили стенты 5 штук. Потом вот в прошлом году тоже решили заглянуть в это сердечко, проверить, как. Эта история как-то тебя настигла, тебе стало плохо или что случилось? Вышло так, что за один год я поставил спектакль и снял 2 фильма. И, наверное, это было... Перенапряжение. Перенапряжение какое-то. Сказалась эта работа, сказалось то, что... Да. Накопилось, в общем. Какая-то переоценка ценностей, да, произошла у тебя. Тут поневоле что-то переоценишь и поймешь, что ты уж не так молод. Поэтому вся переоценка заключается в том, чтобы постараться сделать то, что было бы тебе интересно, и то, что в чем бы выразилось твое самое, то самое мировоззрение и понимание добра, справедливости и надежности человеческой, так, на сцене. Самое время задать вопрос. В чем смысл жизни? Смысл жизни человека заключается в самосовершенствовании. Если ты оставишь после себя как можно больше добра, справедливости и представлений твоих надежных в русле вот этих вот культурных стереотипов, тем ты... Значит, ты сделал для этого мира то, что нужно. Это был смысл жизни Александра Ефремова.